Мы с тобой, Рудик, любим очень мюзиклы. Американское кино музыкальное. И как раз когда ты вот находился в Нью-Йорке, наш кинопрокат для таких неангажированных энтузиастов, любителей этого жанра, хотя отношения были тогда очень сложные на тот момент, но тем не менее этот фильм, как всегда, с опозданием на 10 лет попал в прокат. Это замечательная картина «Цветок кактуса» с Уолтером Маттау. Это дебютная роль Голди Хорн, там играет уже тяжело больная Ингрид Бергман. Там замечательная музыка, замечательная заглавная тема. Это довольно сложная, эмоциональная, как бы, и мелодические вещи. Я попробую сейчас это в виде такого заключительного наброска, растворяясь постепенно вот, в хаосе, ее изобразить. Чужие я и ты.
чем листьям и цветам. Тебя я никогда не встречу в том саду. Зачем же вновь туда я иду? Там новых весен дым и шорох новых трав, и безразлично им. Встречу в том саду. Зачем же вновь туда я иду? Иду судьбе назло и убеждаюсь вновь, что все давно прошло.